художественном центре временно прописали собаки. Правда, не настоящие, а нарисованные, пластилиновые, керамические и бумажные. Речь идет о выставке «Собака – верный друг». В своих работах авторы представили повадки и характеры питомцев разных пород. На экспозиции есть собака-улыбка, собаки-космонавты и спасатели. Представлено 68 работ. Это учащихся с детской художественной школы номер 1 города Ангарска, а также города Иркутск, Шелихов, Усолье-Сибирская, Зима, Черемхово и другие. И также представлены 5 работ преподавателей детской художественной школы номер 1 и номер 4 города Ангарска. Все экспонаты являются победителями и призерами регионального этапа ежегодного международного конкурса изобразительного творчества детей и подростков «Собака – верный друг». Выставка продлится до конца сентября, а затем картины и поделки будут отправлены в Москву для участия во всероссийском этапе конкурса.